Дорогие рукодельницы, всем привет! Добро пожаловать в мастерскую. Меня зовут Аня. В одном из видео, а именно про пошив игольницы, вы просили меня рассказать, как именно я делаю кожаный хлястик. В моих изделиях такой кожаный элемент я закрепляю на игольницах и на кухонных варежках и прихватках. Покажу вам на примере прихватки в виде сердца. Она у меня сделана из разных отрезов в стиле пэтчворк. Также я добавила кружево. По-моему, получилось очень уютное и домашнее изделие. Осталось закрепить кожаную петельку. С кожей, как с основным материалом, я перестала работать. У меня остались маленькие отрезы, какие-то остатки, и именно из них я вырезаю такие хлястики. Если вам интересно пошить именно прихватку, я для вас нарисовала выкройку. Вы ее найдете в описании под этим видео. Макет я делала под свою руку, но считаю, что форма достаточно универсальна и многим подойдет. Перед тем, как начинать пошив, желательно распечатать выкройку в двух экземплярах и прошить макет из бумаги. Таким образом, вы сможете проверить, хватает ли места для вашей ладошки. Макет из бумаги достаточно жесткий и не очень хорошо сгибается, но само изделие сделано из ткани и мягкого слимтекса, поэтому сгибается без проблем. Для того, чтобы не обжечь руки, я использую утеплитель в два сложения, это слимтекс 100 или слимтекс 150. Также для пошива я использовала косую бейку. Я ее изготавливаю сама, и поскольку припуск на изделии 1 см, то косая бейка шириной 4 см. Я ее креплю у входа в карман и по контуру сердца. Напишите, пожалуйста, в комментариях, интересен ли вам пошив прихватки на следующем видео, или вышеизложенной информации достаточно для пошива. А теперь переходим к кожаному хлястику. Для этого мне понадобится коврик для резки, металлическая линейка и обычный канцелярский нож. Проведя несколько раз ножом по коже, я получаю ровный срез. С изнаночной стороны ножницами для кожи я немного срезаю ворсистый край. После того, как я вырезала кожаную полоску, мне нужно пробить отверстие под хольнитен. Понадобится круглый пробойник, я беру самый маленький диаметр, который есть в наборе, это 3 мм. Данные пробойники продаются наборами и поштучно. Если вы не хотите ничего пробивать, можете сделать отверстие вручную при помощи шила. После того, как я пробила отверстие на полоске кожи, я скручиваю ее в петельку. Теперь беру хольнитен. Они бывают односторонние, бывают двусторонние. В данном случае у меня двусторонний хольнитен, то есть красивые металлические шапочки будут на обеих сторонах. Ножка у хольнитена достаточно высокая, поэтому на задней стороне прихватки я тоже сделаю кожаную вставку. Примеряю, где именно установить хлястик, и аккуратно делаю отверстие в ткани шилом. Хольнитен можно уже закрепить, но мне хочется, чтобы он сидел совсем плотно, поэтому вырезаю небольшой кожаный элемент и на заднюю часть прихватки. У меня под рукой есть круглые диски для мишек Тедди. Ими удобно воспользоваться, чтобы определить нужный диаметр круга. Обвожу деталь белой гелевой ручкой и вырезаю ножницами для кожи. Вы могли видеть, что эти ножницы я часто использую и для других рукодельных процессов. Они очень дешевые и имеют достаточно скромный внешний вид, но при этом очень острые, и к ним всегда тянется рука. Их можно приобрести на AliExpress, либо в мастерских по работе с кожей. Теперь снова делаю отверстие при помощи пробойника и обрабатываю кожу воском. После нанесения воска кожа становится немного темнее. Теперь прошу мужа мне помочь установить хольнитен. Есть несколько способов, можно это сделать при помощи специального пресса, но у нас все намного проще.
Клеим малярный скотч, чтобы не поцарапать шапочку хольнитена, и зажимаем при помощи обычных плоскогубцев. Кстати, это кожа Crazy Horse коньячного оттенка. Она имеет свои особенности. Одна из них – это исчезновение царапин. Если царапины поверхностные, неглубокие, можно провести рукой по коже, и они пропадут. Также эта кожа красиво изнашивается, состаривается, приобретает винтажный вид. Возникает вопрос, как же такое изделие стирать, если кожу стирать нельзя? Я скажу из своего опыта, когда изнашивается сама кухонная прихватка или варежка, вместе с ней обычно изнашивается и хлястик. Поэтому я стираю прихватку в стиральной машине, просто потому что стираю достаточно редко, и толстая кожа выдерживает эти стирки. Конечно, она несколько теряет свой внешний вид, но и сама ткань прихватки рано или поздно изнашивается, и тогда я просто шью новую. Если видео было вам полезным, пожалуйста, поставьте лайк и оставьте смайлик в комментариях. Так я буду знать, какие именно видео делать следующими. Желаю вам хорошего пошива и до следующего видео.